Потребность в современном ФОКе очень остро стоит в нашем городе. И вот радостная новость. Спортивный комплекс в ближайшее время появится в Великом Устюге. Он будет расположен рядом с городским бассейном. Днем место будущей стройки посетил губернатор области Олег Кувшинников и заместитель министра спорта России Марина Томилова. Я хочу сказать, что в Великом Устюге вообще спортивного зала стандартного на сегодняшний момент не существует, поэтому это будет первый ФОК. Выбран проект из номинантов конкурса, который рекомендован Минспортом. Значит, на сегодняшний день выполнены проектно-изыскательские работы. Уже область потратила свои средства на привязку этого проекта. И на сегодняшний момент у нас есть подтверждение со стороны Минспорта, что мы на 16-17 годы включены в программу по строительству этого комплекса. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса планируется осуществить в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы. ФОК даст возможность жителям Великого Устюга заниматься игровыми видами спорта, создаст условия для развития спортивного движения в Великоустюгском районе и ближайших к нему городах. У спорта сегодня очень серьезная социальная нагрузка. Любой комплекс – это всегда движение вперед. А тем более в Великом Устюге. Понимаете, когда открывается в таких далеких территориально муниципальных образованиях комплексы спортивные, то это показатель того, что для руководства страны, для правительства Вологодской области важнейшее направление – это создание равных условий для всех жителей. Великоустюгская общественность одобряет строительство столь важного объекта, как ФОК, ведь с вводом его в эксплуатацию у современной молодежи появится больше возможностей следить за своим здоровьем и заняться тем видом спорта, который им по душе. Соответственно, и побед у великоустюгских спортсменов прибавится, ведь подготовительная база значительно улучшится. Мы, великоустюжане, будем очень горды и рады в том, что хотя бы через несколько лет здесь появится такой замечательный комплекс. А та сегодня арена, которая сегодня была открыта, это счастье для всех великоустюжан. Я думаю, огромное спасибо. Мы придем на субботники, мы организуем здесь молодежь, которая будет ходить в этот замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс. Как пояснили областные чиновники, физкультурно-оздоровительный комплекс будет оборудован в соответствии с современными требованиями. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2017 года. Андрей Жилин, Антон Карев, новости провинции.